Культурную жизнь региона вновь ждут ограничения из-за коронавируса. В области начали отменять масштабные фестивали и концерты. Так не состоялись несколько опен-эйров в Новосибирске. В ближайшее время власти намерены ограничить количество зрителей в театральных залах. Единственное, что нам удалось, и я очень благодарна за это и штабу, и губернатору, что мы все-таки спокойно закончим театрально-концертный сезон. Последние наши спектакли на 30 число падают. И с 1 июля будет введено ограничение на 50%, ну это, да, всех залов.